Всем привет на канале Мозналин. В работе сегодня у вас Хаммер третий. Автомобиль уже разобрали. Сейчас подготавливаем наверх проклейки, все обезжиривается, вымывается. По штатной шине изоляции. Полностью отсутствует заданного обзор какая-либо шумка. Ни одного точка вибра. Подарок, крыло, арка. По левой стороне та же самая картина. Все достаточно печально. Нищий багажник. Ничего нет. Голый металл по всему автору. Будем работать также с крышей. То же самое, крышу разобрали. Вот голый металл. По салону. Вот такая вот штатная вибра, которая легко демонтируется. Все по видео. Автомобиль шумный, все будем исправлять, будем работать. Двери тоже голые. Приступаем к шумоизоляции. Закончили проклейку вибропоглощающего слоя в камере. Проклеены арки, проклеены крылья. Арочки проклеены усиленным материалом. Вибра предварительно разогревается, клеится на горячем, и при проклейке все прокатывается. Все тщательно проклеено, прокатано. Готов салон также автомобиля. Вот такая теперь красота, все сплошным слоем. Проклеено по всему салону. Крыша в первом слое вибра. Проклеено, прокатано. И, конечно, готовы 4 двери. Первый слой, внутренние поверхность двери. Полностью проклеено. И прокатываем. Все 4 двери также готовы. Продолжаем работу. Закончили проклейку шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник, проклеили арки, проклеили крылья автомобиля. Все одним ковром тщательно. О, все заклеили. Готов салон автомобиля. Все сплошняком. Также проклеили крышу, акустический вывод. Проклеена каждая секция. Здесь одну секцию не заклеивали, люк, механизм. Так, все проклеили. И готовы 4 двери, также проклеим второй слой шумопоглощающий. Все, шумоизоляция автомобиля готова. Приступаем к сборке. Закончили сборку Хаммера после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока.